В электричках Москвы, Московской, Тверской, Псковской и Ярославской областях с 1 января увеличатся цены на билеты, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Изменения коснутся как обычных электричек, так и скоростных «Ласточек». Билет от Москвы до Твери на «Ласточку» будет стоить 675 рублей, а билет на обычную электричку того же направления – 505 рублей. Стоимость проезда из Твери в Бологое обойдется пассажирам в 585 рублей, из Твери в Торжок – 222 рубля. «Ласточка» от Твери до Бологова будет стоить 728 рублей, а от Твери до Торжка – 333 рубля. Более подробно с ценами на билеты можно ознакомиться на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.